каждый из нас оказывался в безвыходной ситуации. Но всегда был шанс на выживание. Их два? Что? Их два? Что? В смысле их два? А что, если я скажу, что его не было? Последний вдох и просто смириться. Блэк Румс. Да что ты сделал? Не знаю, я нажал старт. Нахера ты нажал старт? Я даже не готов был. И что делать здесь? А ты где-то сверху появился? Да я где-то в непонятной каморке, здесь выхода особо нету. Я не знаю, я где-то типа подвал. И у меня камера постоянно то приближается, то отдаляется. Мусорное ведро. Я в подвале, чувак. И он мерзко пахнет. Здесь неприятно. Мыши лазят, крысы. Воняет дерьмом. И очень страшно в первую очередь. А если я подвал? Чувак, может ты найдешь меня? Я сейчас умру. В смысле? Все, я сейчас умру. Да как это? Он за мной бежит, потому что. Он меня бьет. Нет. Я вижу его! Я вижу тебя и его! Вернись обратно, тут яма есть! Дырка, я в ней прям! Я открыл дверь! Каким образом? Я открыл дверь с подвала. Охренеть, тварина-то бегает какая! А что мне делать? На второй этаж. Посмей! Ты открыл дверь, говоришь? Тварь! Отпусти меня! Отпусти меня, тварина! Да стой от меня! Ты беги! Беги! Кто это? Здесь скользкая дверь! Что со мной? Я полностью умер. Тебе нужно рычаги включить. Мне нужна жертва для жизни. Твою мать, я его увидел! Рычаг! А, его вверх надо, наверное. Ты сейчас серьезно? Я его нажал, потому что уже. Тихо, пошел в жопу, гребаный мудачил! Тут тоже рычаг. Да, вниз, значит, надо. Где-то еще один рычаг, наверное, тоже. Я нихера не вижу, у меня еще FPS проседает! Я вижу эту тварь! Да отцепись! Ты! От меня! Быстрее! Отцепись! Куда бежать? Да бежи! Так, тихо! Че выход? Это не то, мне жопа! Ах, лошара! Тихо! Выход! Ты вышел? Нет, я не вышел! Я бегаю по кругу, как тормоз! Подожди, сейчас я пытаюсь найти какое-то место, чтобы... Че у меня камера замыкала? Звуки слышу, камера. Тихо! Он потерял меня, типа? А что случилось? Может, вверх нужно поднимать? Нет, обычно вниз ты опускаешь, типа, и оно, типа, ну, активирует. Тварь! Отступи от меня! Гайс. Я до сих пор бегаю здесь! У меня просто на них все вылетело. Ты брось меня здесь! Наедине с тобой! Ты бегаешь? Ты до сих пор рычаги эти чекаю, не пойму, я ради все нажал! Ты до сих пор живешь, я вот в этом шоке. Спасибо! Я просто умер за три удара, как ты выживаешь? Я тут куклю какую-то пробрался. Я отсюда и пошел. Он идет. Куда? К нам, скорее всего. Может, мы хоть что-то сделаем за последние 20 минут, кроме этой кухни? Давай ты отвлечешь, я... А что мне? Я не знаю, что делать. Давай ты будешь как наживка. Давай. Ты отвлекаешь? Артём? Да, вроде. Я надеюсь, ты отвлекаешь его. А его нет! Где ты его вообще отвлекаешь? Здесь пустые коридоры, пустые. Он двери умеет открывать. Все, он ко мне прибежал. Окей, бегай с ним вместе.
Не трогайте только меня, дайте мне найти ключ и выбраться. Я не хочу проблем. Так, это что у нас? О, это подъем на какой-то этаж выше. Окей. Это похоже на старую больницу. Слушай, тут такие стенки еще ужасные. Он убежал от меня. Куда убежал? Я Артем, знаю, он куда он просто... убежал? Скажи мне, куда? Ищи свою зону. Я не знаю, куда он убежал. Он просто исчез, когда я на него посмотрел. О, здесь класс какой-то есть. Геометрия, что ли, математики. Дайте посмотреть на тебя. Это он сказал? Это педофил. Да, он педофил. Мы бегаем от педофила? Да, он говорит, дай посмотреть на тебя. А лучше прятаться под какой-то предмет, в который можно залезть. Он тебя там навряд ли ударит. Ну, может ударить, но не убьет точно до конца. Он убежит потом от тебя. Просто не двигайся, когда он рядом с тобой. Легко сказать! Просто не двигайся, когда он рядом с тобой! Там... И вообще, он, кстати, почти не видит. Он очень недалеко видит. Он в основном слышит. А, да? Да, потому что это ИИ. Он реагирует на... движение в... Короче... Короче, ладно, я понял, я зашел какой-то медикаменты. Тут как-то выделяются предметы? О, медицинский набор. Правую кнопку мыши можно подобрать. Да-да-да-да, я медицинский набор подобрал. Он может тебя отличить. Да, это как раз хорошо. В туалете обычно ничего хорошего не происходит, но все же у меня есть надежда на то, что все будет хорошо. О, ствол! А, это ключ. Блин, очень похож на самом деле. А как его подобрать? Типа просто зайти в эту дверь и... ключ классной двери. Я нашел ключ классной двери. О, тут полотенце. Можно... Классная дверь? Да, класс. Ну так я... Ну классной двери. Я не знаю, как описать, типа, классная дверь, типа. О, он на первом этаже. Так, я заметил, что эти таблички, короче, падают, когда ты проходишь рядом и создают звук. А уж их не трогать, они к тебе прибежит моментально. Блин, я его слышу. А! Блин! Чё? Ты хрень произошла только что? Он тебя грохнул? Нет! Он очень сильно меня испугал. Именно хорошо, очень что-то... сильно. Я под партой спрятался. На второй этаж он на лестнице ходит. Тихо. Прикол в том, что если я вот так буду сидеть, реально, он будет так делать дальше. Стоп, я нашел комнату, как раз в которой мы были, там где компьютер. А почему здесь 5 на 6 в ряде нарисован? Типа это какая-то отсылка или что? Он у меня тут, вот этой кухни, где вот эта нычка. Я думаю, знаешь... Какая нахер кухня, чувак, ты что несешь? Он ушел. Он ушел. Когда он ушел? А, беги, брат, беги давай. Прячься. Я не знаю, куда. Кухня, тихо. Быстрей, давай. Я вот все время байки вот твою мать. Там вылезешь. Чувак, это было очень страшно. Я с второго этажа, с другого конца добежался настолько быстро. А там лучше не спускайся, там есть второй, вон тут, тут можно. О, я подлечусь аптечкой, потому что это было, можно было обосраться. Давай теперь твой ход. Есть второй. Там вот есть второй. Там есть второй подъем. Давай уж ты. У тебя лучше я, говорит. Да, давай. У меня очень хорошо получается байтить, все проключилось. Я вижу, у тебя круто получается байтить, максимально. Он убежал, он резко начинает бежать иногда. Тогда, когда ты сказал, что он у тебя, он четко вылез на меня. Четко. Он четко побежал как раз в этот момент, когда отлично, я сюда. Отлично. Тихо, у меня аж ФПС просел. А че музыка-то участила? Нравится тебе смотреть за мной туда? Да. Давай. Эпичные кадры, как монстр жирает пич. Я ненавижу тебя, ты понял? Эпичные кадры. И куда мне идти? Туда не хочется и наверх подниматься тоже. Ладно. Я единственный в своем роде супер... красавчик. Не то, что сыкун один. Который боится посмотреть страху в глаза. Боится преодолеть свой страх. Достичь чего-то большего. Чем просто сидеть как крыса. А, он на втором этаже где-то на лестнице. Он сейчас ко мне спустит, наверное. Да, он ко мне спустился. Он от того входа где-то он тебя ударил. Он наверх опять поднялся. Вот черт. Вот черт? Это все, что ты можешь сказать?
Так я его пытаюсь байтить, он все равно не хочет. Я слишком долго хожу, мне это не нравится. На второй я этаж. Уже, он слишком... спускается опять ко мне. Он опять ко мне спускается. Я не вижу ни хера, я не понимаю, где этот классный кабинет, это раз. Он на втором этаже, как я помню. Я просто уже проходил это один раз. Ну так, проходил. Закрыто. Он на втором опять поднялся. Есть! Я открыл класс какой-то. Он на втором. Насрать, я уже в комнате, это не так страшно. А вот сейчас было страшно. Я слышу, он прям где-то бегает. Я опять в этой комнате. А вот он! Тварина собачья! Пошел нахер отсюда! Фу! Я того рот вертел. Отойди от меня! Ладно, я пойду через другой ход. Как ты думаешь? А, я куда-то зашел. Я, блин, ползаю быстрее, чем хожу. Так, ладно, окей. Хорошо. Да. А где лестница? На самом деле выгодно. А где лестница? Ну все, он опять у меня. Почти. А это лестница? Нет. Ну, там да. Написано stairs. Вот, выход. Я спускаюсь по лестнице. Там, где прошлый раз пошел на эту лестницу, понял? Да, да. Он не по этому коридору стоит, нет? Не-не, он на втором этаже. Он не спускался. Подвал закрыт. О! Подожди, стой, тихо. Чё? Все нормально, ничего не было. Да ну мало ли. Нет, ну я просто решил пробежать, думал, мало ли. Вон там подвал. Вот, это тварина! Где? Вот она бежит! Давай попытаемся реально пройти. Нам нужен ключ. Ай, он меня ударил. Он тебя шлепнул. По звуку было, как будто он тебя просто шлепнул, а не ударил. Так, ладно, хорошо. А это что у нас? Ой, я тут редко бывал. Стайрс. А это вторая лестница, про которую ты говорил? А он тут часто да, бывает? Да, ты с ним спускался. А, да, я его в прошлый раз там байтил. Блин. И там, кстати, подвал как раз есть слева. Слева или справа, там, где лестница? А, от лестницы вон туда, да, туда, 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 влево-лево. Подожди, не двигайся. То есть налево, не направо. Тебе сейчас придет, он тебе сейчас придет. Убегай, иди. О, вижу, тварина. Блин, так а что делать, блин? Я делаю все возможное, что в моих силах. А что ты, сыкло, останься с ним там, поговори. Останься с ним, поговори, да-да-да. Кстати, он прыгать не умеет. Блин, ну нужно как-то придумать. Я единственное нашел один ключ и его активировал. Не-не, я тоже нашел ключ из подвала, ты чё? А где он? Давай мне. Он в подвале, я его уже открыл. Я выбрался из подвала благодаря нему. Ты чё? Мне нужно, чтобы ты как-то его забайтил, и я пробрался в подвал. У тебя это получится сделать? Давай, ты вот в эту сторону тебе, значит, надо. Давай я сейчас вот туда пробегу, окей? Вот, он здесь, он прям здесь. Да тварина ты несчастная, сдрысни отсюда! А куда ты? Ладно, давай его тут будет байтить. Это кухня. Тут ничего нет реально. Не кухня, правее. Смотри, сначала лево, потом право, вон туда. Там же есть проход, видел? Ага, да-да-да, и там подвал, да? Вон туда. Да-да, там подвал. Всё, я бегу туда. Я что-то спускался. Или вот тут, я не помню, на стейрсе или в подвале. Воу, а тут нихера ни одна комнатка. Мужской туалет еще один. А, блядь, ты что за хрень? Чё? Я ненавижу эти скримеры. Я боюсь резких движений. Ой. Табличку уронил. А что делать в таких случаях? Ну, прятаться. Хотя нет, он на втором этаже, он тебя не услышал. А, это ты поползаешь? А! Да какого хера? А, вот он, я вижу его. Все, все. Смотри, чтобы он не побежал в мою сторону, окей? Он на втором этаже, он может быть с другого входа. Смотри, чтобы он не побежал сюда. Я смотрю, проход. Школьный класс какой-то, еще один. Опустился на первый. А, нет, второй опять поднялся. О, еще один ключ. Классные двери. Окей, говори, в случае чего. Я прям чекаю эту дырочку. Чекай. Я нашел ключ от классной двери, который находится на втором этаже, мать его, блин. Так, окей, мне нужно вернуться. Он на первом. Он на первом? Уже на первом? Не, все, он на второй убежал.
бегу. А! Да он не убежал нахрен! Он не убежал! Он может открывать двери! Хорош! Ты просто такой залетел, о! Я прям как по маслу зашел, как говорится. А я ему в ноги пополз прям, ты видел? Какая спокойная музыка Майнкрафта. Вовремя вообще. Его байчи, он только резко побежал, я ему прям в ноги, кстати, побежал. Чувак, ты, да он на второй поднялся, смотрю, он там чилит себе на расслабоне, на семечке выскрит на ступеньках. Мне теперь нужно на второй этаж открыть второй класс. Это будет намного страшнее, чем на первом. Фух. Надо отдохнуть, стабилизироваться, вспомнить, что у меня есть дети, и просто насладиться этим моментом. Есть дети? Нет. Короче, смотри, план такой. Он справа, на лестнице, правильно? Да, он на лестнице прямо. Я сейчас буду бежать на другую лестницу, понял? А ты мне координируй, что он делает. 3, 2, 1. Я побежал. Он на лестнице пока что. Отлично. На лестнице. Отлично. Я его байчу шуск, чтобы на меня огрелся. Отлично. На лестнице, на лестнице. Воу! Чё, не на лестнице? Ой, нихера не на лестнице, чувак! Да в смысле, а ты на какую лестницу побежал? На дальнюю. Нет, не тот. Вот этот. Да! Есть! Вот второй. Тихо. Я замер. Но почему-то я не вижу в этом хреновом классе ни ключа, ничего другого. Давай, 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 давай. Нас забайтили, Артём, здесь нет ключа. Пупсик, иди ко мне. Пупсик, давай, мы с тобой так много виделись. Мне нравится теперь в твое лицо смотреть. Куда он убежал, я не знаю, где а он. А здесь какой-то пароль, 5-3-2-3, это что может быть? А, так это пароль, надо его запомнить. 5-3-2-3, да, ты говоришь? Да, 5-3-2-3, я нашел пароль. Да, напиши в чат, чтобы не забыть. О, все, стоп, я в этой компьютере, я в этом, короче, в комнате. Там есть зона в компьютере. Так, 5, а как писать? А, вот, 5-3, что там еще? 2-3. 5-3-2-3, а ну-ка, войти. Есть! Есть! Я имею доступ к камерам! Там есть сейф-зона, аккуратней. Там есть сейф-зона. Или ты и так в сейф-зоне? Я в сейф-зоне, я же в комнате. Я его не вижу пока что. В подвале он... чисто. Попробуй на лестнице. Попробуй посмотреть. Там есть какие-то... А все камеры, все типа, все камеры пустые. Я никого не вижу от слова совсем. Значит, на лестнице. Это черт, значит, на лестнице. Ну, это черт, значит, на лестнице. А, вот он пошел. Он на камера 4, этаж 1. Южный коридор. Он пошел. Дальше. Вот сейчас идет на первом этаже средний коридор. Как он меня уже пошел? Он уже, он получается поднялся на второй этаж и ко мне ведь пришел. Ты мышь позорная. А! Тварина бегает за мной, я нихера не вижу. А! А он только... Зацепись от меня. А если он за кулисье, то он меня нет, да? Или есть? Ты живой. Я не живой, потому что у меня... Тихо, я включил два. Опять бесконечная загрузка. Да, два. Я включил два рычага. Не знаю, где третий. Третий находится справа. Справа. Оу, от Павла, есть, 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 есть. Я в какую-то комнату захожу. Какую? Не знаю. С белого туннеля. Я закрыл дверь. Тут какая-то... Ну, честно, он просто с домом не побежит. Здесь файст... Здесь вот это вот, как ее, такая синяя с красным ртом, это, что, типа, длинные руки, ноги, как это, мем есть, ну, типа, игра или мем. Хаги-ваги или как ее там. Файст Майс Фредди висит на стенке, черное окно, что меня больше всего пугает. И лестница, которая ведет в потолок. Зачем она здесь? И, типа, окно... Мне сейчас в подвале, мне нужно в окно выйти посмотреть? Нет. Мне в подвале сейчас окажусь. Да у меня не грузится. Подожди, подожди. Ничего не работает. Но у меня тут белый туннель есть. О! Я оказался в комнате! Какой? Я вижу черный свой силуэт старый. Я вижу свой старый силуэт, но я вернулся в комнату. Херова карта со своими багами сраными. Это я, если что, стою, смотрю камеры. Как это логично, если я здесь?
А ты, получается, все равно в камерах, да? Я все равно в камерах, я даже прошел какую-то мини-игру. Брат, ты не можешь быть в камерах, потому что ты — это я, а я — это ты. Просто какой смех, карты. Выйди из этой камеры! Херов ноутбук! Мне нужно разбить вообще в жопу, блин. Это, надеюсь, не та лестница, где они сейчас? Опять один убежал. Так один у меня. Они оба убежали. Они на лестницах где-то бегают, я не понимаю. Я без шуток не понимаю, где они. Сейчас очень страшно! Два выхода! У меня один. Два у меня. Ага, это... Это прямой коридор, там никого нет, там где кухня? Я открыл подвал. Тихо. Чё за нах? Тварь! Их два! Их два! Артём, их два! Реально, их два! Артём? Артём! Артём, ты где? Ну что, сожрали его или что? Всё нормально. Дружище, у нас план такой. Отвлекай их, это хардкор прохождение. Их целых два, блин, они забагали. Их они размножились. Настолько долго мы здесь пытались что-то сделать, что они просто размножились. Мне нужен подвал. Ты отвлекаешь их? Икрой? Икрой? Насрать чем? Отвлекаешь их или нет? Да, вот тут у меня вот тут. Я иду в подвал. Один, но не два. Прикол в том, что у меня один только. А где второй? Не знаю. Я только одного видел. Надеюсь, он не справа? Я никого не вижу. Наверное. Тихо, все. Я спускаюсь в подвал, надеюсь того, что там что-то найду. Сой, живи. А! Ну сейчас музыка. Я в подвал спустился, не знаю. Это что за музыка? Мать вашу! Они у меня оба. Все, сюда читала. Они побежали куда-то. Это что нахер за музыка? Я ключ нашел. Еще один. Библиотеки. Меня музыка заставляет прям очень сильно насторожиться. Пожалуйста, только не скажи, что по такую красивую и дорогую музыку я сдохну, как последняя скотина. У меня только один. Аккуратней. Где ты? Он мне говорит. Ну, с чего бы вдруг, да, спускаться кому-то в подвал, типа? Меня музыка это очень смущает. Атмосфера просто жопа какая-то. Не убежали от меня. Тихо, мне кажется, мне сейчас... Блин, ковер херов. Питание лифта. Тебе какой-то... надо его подать. Как? Батарейки надо собрать. А где батарейки херовые, а? Я не знаю, не помню. Я давно очень проходил. Ну как проходил, я даже не дошел до конца. Слушай, ну окей, хорошо. Ключ. Опа, музыка закончилась. Это плохо или хорошо? Тихо, он засмеялся. Подошел, засмеялся кто-то. Он здесь. Он тупо здесь. Не, он снизу. Он снизу. Ты зашел? Я прям слышу. О, да. Так их же два, не забывай. Ну да. Тихо. Есть. Я вскрыл библиотеку. Один у меня. Я вскрыл библиотеку. Один у меня, сразу говорю, только один. А, оба. Они оба на лестнице. Все, отлично. А в библиотеке... Что? Ключ, еще один. От классной двери. В которой я узнаю как раз пароль. Они у тебя? А, на лестнице оба, скорее всего. Ну, они ушли, короче, я их не вижу. Так, стоп, я не могу открыть эту дверь. Возможно... Они ушли? Блин. Да, они от меня ушли. Один у меня. Говори, говори, координируй, координируй, чтобы не обосраться. Оба вроде у меня.
Один у меня. Они вроде на лестнице бегают. Один, возможно, ушел от меня уже. Тихо. Не это. Тихо, тихо, тихо. У тебя? Здесь нет пароля. На экране нету пароля. Что за хрень? Как он не всегда? Он не всегда там. Не всегда там? Там момент рандома. Да, 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 момент рандома. Так, о, они на лестнице бегают. Так, блин, а ключа больше-то нету. Я библиотеку скрыл, там тупо нихера. У тебя там? Да, тихонько. Он ушел? Знаю, не у тебя. Нет! А! Да как ты зашел, тварь? Как ты зашел в дверь-то? Да дай выйти! Он зашел ко мне в дверь, в прямом смысле слова. Артем, не знаю, что делать, куда бежать? Давайте на свет зону. Тихо! Я... Я под парту тоже. Он может. Меня отымел под партой. Ладно. Ты погромся? Да. Они теперь у меня побегут. Куда бы мне пойти? Ну, конечно, могу побежать, но это не факт, что я смогу что-то сделать. Тихо, 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 тихо. Ой, я слышу, как ты включал ручники, кстати. Я два включил уже. Третий, я последний. Ой, прям слышу? Да. У меня прям звук где-то. Стоп, я опять в комнате. Той же самый? Да, опять. Тут просто комната, по сути, типа, ничего такого и свет в конце туннеля, типа. Оп. Я заспавнился. Это у тебя было? Ответы, вопросы или что? Да, я переспавнился. А пароль, я не знаю. А если попробовать прошлый пароль, 53? Не-не, там рандом не получится. Не, вообще, 53-23 или как? Ну да, 53-23. Неверный пароль. Блин! А как мне узнать пароль? Где он может быть? На экранах, на листочке. Стоп, и на планшете. Я зашел в какую-то комнату, став. Да ну нафиг, у меня сейчас опять плюс на время ожидания. Да ну нет. Я уже не знаю, что с ним делать. Твою мать! Нет. Я уронил табличку. В комнате. Ну все, тебе капец. Знаете меня хорошим человеком. Прощайте.